Всем привет, это Навальный Лайф и ваша любимая передачка об экономике, где деньги с Владимиром Меловым. Смотрите нас каждый четверг в 16 часов по Москве, пишите нам вопросы с хэштегом «Где деньги?». Сегодня мы обсуждаем тему, которую многие давно просили поговорить о ней, это золотовалютные резервы наши. Власти любят очень хвастаться, что они как-то в последнее время росли, но люди не понимают, а что нам со всего этого. Мы пригласили поговорить об этом профессионального валютчика, не побоюсь этого слова. Петр Милованов, достаточно известный эксперт по финансовым валютным рынкам, сам дилер валютного рынка. Да. Вы Петра, наверное, видели многие из вас в роликах, где он призывал донатить на компанию Навального, да, и сам в том числе много пожертвовал, за что ему огромное спасибо. И, кстати говоря, не забывайте донатить на нашу политическую кампанию, на забастовку избирателей, и подписываться на наш канал, лайкать и ширить наши видео. А мы сейчас довольно подробно поговорим про вот эту зловещую аббревиатуру ЗВР и тему золотовалютных резервов, но для начала несколько текущих сюжетов. По традиции я хотел, конечно, начать со свежей статистики Росстата об итогах года 2017-го. Она пока не вся опубликована, только начали они публиковать информацию об итогах декабря месяца и прошлого года в целом. Вышла статистика про промышленное производство, вы можете ссылку на нее найти в описании к нашей трансляции. Ну, там все плохо, честно говоря, как мы и предполагали. Вот уже не первый месяц подряд зафиксировано падение в промышленности, 1,5% по декабрю и 2% в обрабатывающей промышленности. Вот график номер 17, он такой достаточно иллюстративный. Я дико извиняюсь за его качество, но это график, который рисует сам Росстат. Но он показательный, вот зелененькая линия, это тренд, который, в общем, ну никак это нельзя назвать тем самым возобновившимся ростом, о котором все время сейчас любят говорить наши власти. И, кстати говоря, знаете, вот этот пик, который там виден, он где-то был там в середине прошлого года, в мае месяце, вот на 19-й картинке это лучше видно. Мы здесь отдельно показали динамику обрабатывающей промышленности. Вот видите, в мае месяце был такой скачок почти на 6%, да. Так вот, на самом деле интересная штука, что вот этот скачок 5-6%, он образовался методом досчета в связи с изменением методологии Росстата, и они в мае месяц прошлого года включили кучу всяких данных прошлых периодов, которые они насчитали нарастающим итогом, то есть, ну, не было никакого скачка промпроизводства, а вот динамика по остальным месяцам, вы видите, что она такая достаточно тухленькая. Ну, многие комментаторы объясняют это тем, что было падение по оборонзаказу в ноябре-декабре. Ну, знаете, а у нас такая экономика, которую выстроили наши власти, где оборонзаказ играет, в общем, ключевую роль в качестве драйвера всех процессов, которые идут. И если там что-то не так, то вот видите, как это все отражается в целом на динамике промышленного производства. То есть рост, о котором нам все время говорят, они, мне кажется, немножко с этим поторопились, и вот свежие данные, опубликованные, это подтверждают. И я не знаю, Петр, а у вас на финансовом рынке как-то эти сюжеты с ростом комментируют, или у вас другие вещи? Нет, ну, скажем так, конечно, рост важен для финансового рынка, естественно, но для нас, естественно, ну, больше важны ожидания, и там финансовый рынок в январе растет, но это в основном из-за того, что общий тренд, растут все рынки во всем мире, и до нас эта волна как-то докатилась. Вот, то есть это что-то наше внутреннее, какие-то, ну, особенно учитывая, что какой у нас рост, 2% или 1,5%, он на самом деле для нас, к сожалению, не важен. Вы считаете, что вот с этого стола растущей мировой экономики Российской Федерации какие-то крошки все да, равно да, нет, ну, конечно, ну, да. Мы все равно бы, как бы не хотели наши власти отделиться от... Не получается. Да, это не получается. Естественно, до нас какие-то волны доходят. Будь мы, наоборот, ну, открытой экономикой с правительством, которое нацелено на интеграцию в мировое экономическое финансовое сообщество, мы, естественно, на этот рост бы ощутили бы все намного больше.
Ну, для этого нужно власть поменять. Для этого нужно, конечно, провести реформы. Комментарий зрителя мне понравился. Зато с мозгообрабатывающей промышленностью в России по-прежнему все хорошо. Это действительно. Кстати, вот там, например, мы обсуждали много раз, что в федеральном бюджете на этот год рост расходов на пропаганду, он совсем не 1, не 2%, а гораздо больше. И беспрецедентная цифра, например, Russia Today 26 миллиардов рублей наших с вами денег налогоплательщиков получит на продолжение вот всего этого вранья в эфире, которым они занимаются. И еще один сюжет, ну, честно говоря, просто не могли пройти мимо, да. Наша любимая аббревиатура ФСБ, да, замечательное ведомство, которое все мы здесь обожаем, только так и не можем понять, а чем оно на самом деле занимается, кроме преследования политических активистов. И вот таких инициатив, как вы сейчас увидите на экране, это 16-я картинка, выведите, пожалуйста. И многие, я думаю, были шокированы вот этой новостью, что ФСБ направило многим промышленным предприятиям, расположенным в районах проведения матча чемпионата мира по футболу, который состоится в России в этом году, предписание, чтобы они на 2-3 месяца остановили производство. Я, честно говоря, не понимаю, в чем вот этот цикл обеспечения безопасности осуществляется, но это произошло буквально через пару дней или в те же дни, когда всякие вот эти умные мужи на Гайдаровском форуме обсуждали, как улучшить инвестиционный климат в России. Вот пришла ФСБ и просто взяла и улучшила одним письмом, и ничего там не понадобилось сделать. Ну, я не знаю, мне кажется, эти люди, они вот думают, что товары или услуги, их там, я не знаю, аист приносит, или они рождаются в капусте, находятся, да. Ну вот, честно говоря, просто вот здравый смысл не укладывается в голове, да, как можно действительно требовать из-за там любого важного спортивного события, мы все это очень уважаем, но реально останавливать производство на несколько месяцев. Ну, я, честно говоря, даже не представляю, как это они хотят прийти там на какой-нибудь химкомбинат и сказать, а теперь выключайте. Ну, даже я не говорю про непрерывный цикл, где действительно сложно производство остановить просто технологически. Ну, хотя бы вот предприятия сферы товаров и услуг. Ну, вы понимаете, что двух-трехмесячная остановка – это разорение. Нет, тем более мы как раз хотим вроде как использовать чемпионат мира для драйвера экономического роста, да? То есть мы наоборот должны, чтобы все как можно больше должно открыться там товаров и услуг, чтобы это все продать, тем более, ну, это фактически за валюту же будет, если к нам приедут, ну, как раз иностранные эти, это могло быть дать хотя бы 0,5% того роста, за который там бьется наше правительство. Это, кстати, это просто показывает, насколько некомпетентные люди сегодня работают в действующей российской власти. Мы на самом деле видели массу примеров проведения крупных спортивных соревнований в разных странах. Я не знаю, чемпионат мира там был в Бразилии, в Южной Африке. Ну, там в голову никому не могло прийти приказывать на несколько месяцев останавливать производство. То есть даже Бразилия и Южная Африка, они гораздо более передовые в этом плане с точки зрения качества просто госуправления и кадров, которые там работают. Ну, идиотская инициатива. И вот еще раз, вот реальный инвестиционный климат, он вот здесь. Он вот в таких вот письмах от силовиков, а не в том, что трындят наши чиновники в Давосе или на Гайдаровском форуме. Ты Дворкович слышал вчера, да? Да, отлично. Он кому-то там BBC давал интервью или кому-то что-то такое? Или Reuters? Аркадий Владимирович Дворкович, вице-премьер правительства Российской Федерации. Он там дал интервью в Давосе, значит, и, ну, там много интересного наговорил. Но, в частности, он сказал, что в России нет олигархов. Просто нагуглите сейчас, я даже не буду это комментировать, да. Сами решайте, значит, в каком душевном состоянии находятся российские чиновники. Ну, буквально так и сказал, что у нас есть только социально ответственные бизнесмены, а олигархи все остались в 90-х, да. Причем, вы знаете, да, мы много раз обсуждали тему, что в России одна из величин, которая больше всего росла при Путине, это число миллиардеров и концентрация богатств в их руках. Но не только концентрация богатств, а эти люди все зарабатывают, большая часть из них, на близости к власти, на контрактах с государственными компаниями и на прочих разных субсидиях от действующей власти, которые они получают. Так что вот вы можете еще раз убедиться, как наши руководители оторваны от реальности. Но давайте перейдем к теме вечера. Наши замечательные международные резервы. Вот, кстати говоря, там есть куча всяких путаниц. Официально то, что мы будем сегодня обсуждать, и то, что, собственно, контролирует наш центральный банк, называется «Международные резервы Российской Федерации». То есть не золотовалютные резервы Центробанка – это такой понятный, но суррогатный термин, а в официальной терминологии они
называются Международные резервы Российской Федерации. И, кстати говоря, вот спрашивают, а в чем разница с резервными фондами? Правительство, вот резервный фонд, который с Нового года прекратил существование, фонд национального благосостояния, все это составляет одну величину. То есть это вся валюта и золото, которое есть у российского государства, это все находится в Центральном банке. Частью этого являются вот эти самые резервные, то есть фонд национального благосостояния, это часть международных резервов, которая лежит на счетах правительства в Центробанке, но все равно это находится в целом в едином Центробанке. Ты знаешь, кстати, что Путин не знает эту историю, да? Ну, Путин много чего не знает про нашу страну. Вы можете в описании к нашей трансляции найти ссылку. Это была публикация экономиста Игоря Николаева в его блоге на «Эхе Москвы», где он поймал Путина в одном из интервью, что Путин не понимает, как все это устроено. Он считает, что это одно плюсуется с другим. То есть резервы Центробанка, а еще есть резервы правительства. На самом деле резервы правительства сидят внутри резервов. Ну, там большая часть. То есть там есть, грубо говоря, у Фонда национального благосостояния ликвидные активы, они являются составной частью, ну, то, что резервов, а есть то, что они уже вложили в то, что вроде бы как должно когда-нибудь должно вернуться, но, судя по всему, не вернется никогда, и, может быть, даже не при нашей жизни. Мы обсуждали эту тему в предыдущих передачах. Ну, и, у Алексея Навального в ролике было. Да, у Навального был хороший ролик. Кстати, вот вы можете тоже ссылочку на него найти в описании к нашей трансляции. Был ролик и про резервный фонд. То есть, что такое ликвидная часть Фонда национального благосостояния? Это вот эта самая валюта иностранная, которая принадлежит правительству и лежит на счетах правительства. Да, ну и более того, она реально очень ликвидная. То есть, в отличие от того же норвежского фонда, они вкладывают в более длинные бумаги, там, в облигации, в акции других компаний, стараются его диверсифицировать, чтобы они не зависели от цен на нефть, потому что их собственное благосостояние зависит от цен на нефть, они стараются диверсифицировать. Естественно, выдается мандат на исполнение, управление этим фондом, то есть он достаточно прозрачен, достаточно понятен, что они делают. Наши фонды, к сожалению, не являются фондами. То есть, по-хорошему, что такое фонд, да, это мы должны... Которые инвестируют. Да, они должны инвестировать, а не просто накапливать. Золотовалютные резервы, они как раз являются именно резервами на случай, не то что ядерной войны, не будем пугать, да, людей, а что, в какой-то момент вам нужно срочно, погасить какой-нибудь кассовый разрыв. И тогда государство говорит, вот у меня есть, я готов с ними расстаться для каких-то нужд. Фонды же, они как раз на то, что это должно приносить доход в будущем. И, в целом идея Фонда национального благосостояния как какого-то пенсионного фонда, который будет давать именно на вложениях доход от сверхцен на нефть, он был, как идея, это хорошая идея, но она, к сожалению, не реализовалась, будем честным. То есть это все перешло фактически в резервный фонд. То есть они в какой-то момент этот стабилизационный фонд разделили на два. Один резервный для покрытия дефицита бюджета, а другой для инвестиций. В результате у них с инвестициями ничего не получилось. Эти фонды, они теперь фактически резервные, покрывают дефицит бюджета. Ну и это такое, скажем так, решение, которое их дестимулирует на развитие экономики, на уход от сырьевой модели. Потому что, к сожалению... Минфин думает в терминах одного, максимум трех лет вот этого бюджета, да, и они всегда боятся, что нефть упадет, как же мы будем сводить бюджет, давайте отложим, и когда она упадет, мы заменим, а про развитие экономики, к сожалению, наш Минфин вообще никак не задумывается, и это такая прям проблема. Давайте вот сформулируем вкратце, чем мы отличаемся от Норвегии. Да? То есть Норвегии трансформировали ту валюту, которую они накопили, в том числе благодаря сырьевому экспорту, они создали такой капитализированный фонд, куда это все внесли, и этот фонд является инвестором. Он, кстати, крупнейший инвестор в мире. Он вкладывает это в различные активы и в акции, и в ценные бумаги по всему миру. Получается, это доход. Я слышал цифру, по-моему, в прошлом году норвежский фонд получил больше 60 миллиардов евро. Только вполне, у них один триллион евро. Это общий объем. Да, триллион долларов. Да, триллион долларов. Евро, да. Триллион долларов и 60 миллионов. Чем мы отличаемся? Да. У нас это просто валюта на счетах в Центробанке, которая лежит и ничего не делает. Вот если так
просто сформулировать. Да, то, что лежит на счетах в Центробанке, оно, да, ничего не делает. То есть, ну, это, конечно, с одной стороны, оно хотя бы не уменьшается, потому что все, что они пытались вложить в так называемую промышленность, оно, к сожалению, вряд ли когда-нибудь... Ну, то есть, вот самый такой вопиющий случай – это вложение в гособлигации Украины, дефолтного государства, да? И когда оно нам вернется, ну, неизвестно. Вот смотрите, вот здесь еще одно такое важное отличие с норвегами, потому что мы все время приводим здесь норвежский опыт как такую позитивную модель, которой нам бы надо следовать, да? Но вот наши ребята попытались тоже куда-то инвестировать часть средств этого фонда национального благосостояния, ну, порядка там сколько там, 25 миллиардов долларов, да? И вот они вложили куда? В Януковича. Вложили в какие-то проекты там Тимченко, Михельсона, в Новатек и Сибур, в 15-летние облигации, которые там неизвестно, когда вернутся нам и вернутся ли, да. И во что еще? В какие-то там в РЖД-шные проекты? В РЖД, не, но они, эта часть денег пошло на заливание кризиса 2008 года, что... Ну, как мне кажется, было достаточно, ну, большой ошибкой. То есть, конечно, 2008 год был кризисом для многих стран. И, ну, вот то, что мы ее залили деньгами, оно фактически сейчас мы только это расхлебываем. Мне в этом плане действия американцев нравятся больше, которые все-таки банкротили банки, а не давали жить. И, ну, пошли на достаточно такой рисковый шаг, как банкротство Lehman Brothers. Для всех это было шоком, но они... Ну, это оздоровилось. Да, да, но в результате они вышли лучше всех, потому что и Великобритания в результате национализировала банк, и... не знает, как ему там продать, и там та же Греция, ну, более мелкие страны, к которым мы, на самом деле, ближе там, Греция и там Кипр, он привели, ну, к распаду банковской системы. Мы, к сожалению, не пошли по этому пути. Ну, и вообще там 2008 год для нас был таким, как мне кажется, годом на нашей упущенной возможности главной. Потому что, ну, для всего, для глобального мирового рынка это был там шок спроса, а у нас в стране-то как раз со спросом-то по большому счету все хорошо. У нас там есть... Прошлый кризис. Да, про 2008 год. Сейчас люди послушают, включат на этом месте, у нас со спросом все хорошо, Со спросом в том хорошо, что, ну, Америке не надо строить новые дороги, у них там все построено уже. Мы можем построить 20 тысяч километров дорог легко, и это будет там экономически оправдано. У нас там, ну, люди мало... Существует дефицит там жилья, да, то есть люди хотят купить жилье. Да. У них, то есть поэтому построить дома, в принципе, это хорошая идея, потому что когда-нибудь спрос догонит. В Америке тоже там не так это все просто. В 2008 году мы могли бы, соответственно, государство могло бы поддержать конечного, могло бы поддерживать не банки, да, и не олигархов, которые пирамидились, когда у них прошли эти маржин-каллы, и они прибежали к государству сейчас и сказал... Объясним, что это говорит, да. И сказал, вот помогите мне, сейчас там Deutsche Bank заберет Норникель, и будет страшно ужасно. Хотя Deutsche Bank'у этот Норникель нафиг не нужен, он бы тоже бегал бы и думал бы, куда бы его продать. Вот. А если бы они... Ну, при этом у нас был профицит бюджета, у нас были огромные фонды, у нас, ну, был достаточно хороший... способ запустить, ну, не то чтобы стать там драйвером мирового роста, да, но хотя бы на фоне всех остальных мы могли бы быть той точкой, где, ну, куда можно было бы инвестировать, потому что мы там недоинвестированная страна с широким спросом там по всему спектру. Вот про кризис 2008-2009 года это все очень правильно, потому что, в принципе, тогда были во многом заложены основы вот нынешних проблем. Мы очень плохо и неправильно, наши власти вели себя в тот момент, потому что действительно нужно было банкротить вот все эти проблемные структуры, которые набрали какой-то портфель неэффективных проектов, у них... Были огромные валютные обязательства, при том, что рубль просел и был большой дефицит валюты, это создавало там серьезное напряжение. Надо было всех эти госбанки, дерипасы всех этих, надо было обанкротить, как действительно сделали американцы. Это сильно оздоровило бы ситуацию, снизило бы издержки, создало условия для
перезапуска роста, но мы как раз потратили все огромные резервы на спасение вот этих олигархических структур. Часть из них была национализирована, то есть мы вышли из кризиса 2008-2009 годов с более государственной экономикой, которая сильно притормозила нас в дальнейшем. То есть вот все, что веб получил, очень много, вот на него наложили очень много вот этой вот неэффективных портфелей кредитов, именно тогда... И, ну, мы через... В следующий кризис, когда у нас был, да, 2014, это все всплыло, и, ну... А ситуация уже была гораздо хуже, возможностей меньше и так далее. И смотрите, вот здесь еще, возвращаясь к Норвегии, важная история, да, то есть в Норвегии мы как раз в прошлой передаче подробно это обсуждали, там есть демократический парламент, полная свобода прессы и политической дискуссии. Там вот те, кто во власти и в оппозиции, они постоянно страшно друг друга ругают, обвиняют в чем-то, и это нормально, да, то есть это способствует тому, что общество держит руку на пульсе, и те, кто принимает решение инвестировать в какие-то активы государственные средства из этого вот национального фонда, да, они 1000 раз подумают, потому что над ними существует реальный, серьезный, конечно, общественный, конечно, контроль. Ну, то есть там трудно представить, что, да, Норвегия бы купила бы облигации какой-нибудь... Украины, да. Вот на самом деле... Вы знаете, это очень показательный момент, потому что на момент, когда в декабре 2013 года у Януковича возникла куча проблем, и Путин принял решение его поддержать, у нас действовали официальные нормативные документы, которые классифицировали, куда мы имеем право, а куда не имеем права вкладывать, собственно, эти средства Фонда национального благосостояния. И там прям четко было записано, что в такие мусорные бумаги, как облигации Украины, нельзя. Но премьер-министр Медведев буквально за пару часов просто взял, подмахнул изменения в эти нормативные документы и стало можно инвестировать в мусорные бумаги. И никто даже не колыхнулся, потому что нормального парламента нет. Свободной прессы нет, политической конкуренции нет, и никто и не пикнул. Взяли, приняли вот решение выбросить на помойку 3 миллиарда долларов наших с вами денег, да, и ничего, никакие политические институты не смогли это остановить. Вот в этом мы отличаемся от Норвегии, и поэтому Норвегия эффективный инвестор. Конечно. А у нас вот все, что мы пока попытались вкладывать, это по сути оказалось же потерей денег. Хорошо, что там... Вот люди часто ругают Майдан, но я хочу напомнить, что речь шла вначале о 15 миллиардах долларов. Ну, хорошо, что это стало 3, а не 15. Действительно, мы обещали Януковичу во время Майдана дать 15 миллиардов долларов наших с вами денег, чтобы они у него украинцы там пропали. Украинцы нас спасли. Да? Но украинцы устроили Майдан, свергли Януковича и не дали Путину выбросить еще больше денег российских налогоплательщиков на то, чтобы... неэффективное коррумпированное правительство Януковича спасать. Да? Спасибо большое украинцам, да, за то, что они, в общем, избавили нас от вот этих лишних потерь. Давайте сейчас посмотрим несколько картинок, просто сколько у нас сейчас есть денег. Да, вот давайте начнем с первой, прокрутим, да, по шестую. Вот это вот официальные данные Минфина, сколько денег сейчас в резервном фонде. Вы видите такие красивые нолики на 1 января. И это, я повторяю, это часть международных резервов Российской Федерации, которые все контролируются Центробанком. На следующей картинке это вот остаток денег в Фонде национального благосостояния. Написано 65 миллиардов долларов, но на самом деле вот Навальный в своем ролике, который вы можете в описании к трансляции найти, это меньше 40 реально ликвидных в валюте, а остальное это вот вложено в Януковича, в Новотеки все эти и так далее. Да? Вот на следующей картинке это вы видите общую динамику всех международных резервов Центробанка, включая валютные фонды правительства. Да? Вот синенький столбик это общий объем. И он, вы видите, действительно довольно прилично подрос по сравнению с самым провальным значением на 1 мая 2015 года. То есть там примерно за 3 года вырос, ну, почти на 100 миллиардов долларов. Да? Но, кстати, обратите внимание, что вот красненький столбик, это, собственно, иностранная валюта, он рос медленнее, всего где-то миллиардов на 50. А в основном там непропорционально росла доля золота. В резервах мы вот сейчас это отдельно обсудим. И вот на следующем картинке видна, собственно, структура международных резервов Центробанка. Где-то только меньше 350 миллиардов – это, собственно, валюта. Вот красненькое – это всякие активы в Международном валютном фонде. Это резервные позиции и так называемые СДР, Special Drawing Rights, специальные права заимствования, такая внутренняя межстрановая валюта МВФ. Да. Ну, короче говоря, вот это вы можете вычеркнуть, это не ликвидная штука, вот ее реально сейчас на бирже использовать нельзя. А вот почти 80 миллиардов – это монетарное золото в резервах.
И вот на следующей картинке вы видите, как за последние 4 года довольно резко выросла доля монетарного золота в резервах Центробанка. Давайте пока остановим картинки. Я просто Петра хотел спросить, слушай, а что у них там, я не знаю, Набиуллина любит блестючки так или что? Но, да, что у них с этим? Зачем? Там есть два пункта, по которому покупается золото. То есть первое это, ну, вот, судя по всему, поступил им сигнал, что надо с американцами... уменьшить влияние американцев на нас. Вот мы же там держим... Дедолларизировать это все. Да, да, да. Избавиться от баксов. Да, избавиться от баксов. Да. А, к сожалению, там суперактивных, суперликвидных инструментов не так много. Кроме баксов. Не, ну есть евро, естественно, да. Но есть золото, на самом деле, ну, это, конечно, так как он по международным стандартам включается в резервные фонды государств, то это, естественно, является хорошим ликвидным активом, и он там международно принят и так далее. А второе, это, ну, они действительно покупают физическое золото. У наших золотопромышленников такой де-факто поддержка отечественного производителя. Скажи, пожалуйста, но все-таки вот ты сказал, золото ликвидно. Я с этим не совсем соглашусь. Почему? Потому что вот у нас есть такая манера у властей, да, что они вот копят эти резервы, потом начинается кризис, и они быстро их растрачивают на поддержку курса рубля. И вот у золота есть в этом смысле проблема. Я не совсем соглашусь, что оно очень ликвидное, потому что вот быстро продать огромные объемы невозможно. Все-таки рынок ограничен. Ну, тем более, тем более монетарного. Да-да-да. Но... дневной оборот в целом, дневной оборот золота мирового, это сколько там, несколько десятков миллиардов, ну, 100 там, может, больше. Да? Не, ну, слушай, ну, как бы это не надо там прям пугать, что это там совсем-совсем какой-то шлак. Это, конечно, хороший актив, вот, но он хуже. Ну, там, скажем, валюта лучше. Валюта лучше, да. Но они именно вот делают упор на наращивание золота, именно чтобы отойти от доллара. Да, но то есть это чисто политическая это такая. Поссорились с Америкой, и да, теперь все, забирайте, ну, свои игрушечки, отдайте мои тряпочки. Несмотря на то, что нас пугают. Ну, то есть надо понимать, что ну, наши вложения в гособлигации США, они там очень маленькие относительно всего рынка, и там никто не замечает, что мы, ну, что даже такой большой, ну, несмотря на то, что ЗВР России, они одни там в топ-5 входят во всех странах, да, и мы являемся там достаточно большим владельцем гособлигаций США, для мирового, ну, для рынка гособлигаций США это все равно такая небольшая вещь, и на нас там никто не обращает внимания. 200 у нас там миллиардов этих или 100 миллиардов. Вот давайте вообще не так много. Обсудим такую вещь, вот как бы зачем все это надо. Вот у нас власти все время хвастаются, а смотрите, вот у нас там все плохо, но зато у нас большие ЗВР. Зачем они нужны? Вот я хотел показать табличку, 6-й график можно вывести на экран. У каких стран, и чуть-чуть подержите ее подольше, ладно? У каких стран, в принципе, большие золотовалютные резервы? Вы видите, на самом деле, что вот таких развитых, богатых стран здесь немного. В основном Япония и Швейцария, да, среди лидеров, да. Но у них специфическая проблема, они накапливали эти резервы, борясь с излишним укреплением собственных валют. Кстати говоря, их критикуют. Вот Швейцария, например, это подвергается политике очень большой критики. Конечно. Накопление вот этих резервов. Не, да? Ну это в первую очередь, если мы накапливаем резервы, мы не даем наши внутренние валюте укрепляться, а укрепление внутренней валюты это де-факто обогащение, особенно в таком глобальном мире, всех людей, которые имеют рублевые активы. Рублевые зарплаты. Слушай, это такой дискуссионный вопрос. Вот если бы здесь был Илларионов, он бы устроил истерику. Илларионов считает, что надо ослаблять валюту, чтобы давать. То есть ослабление валюты. То есть я там, что называется, сторонник. Ну, во-первых, естественно, рыночного ценообразования рубля. Я ничего не вижу плохого в том, что рубль укрепляется. То есть там, нам говорят, вот плохо не само укрепление рубля, а плоха волатильность. Да, у нас есть волатильность, но волатильность... Когда туда-сюда все ходит, да, непредсказуемо. Когда, ну, у нас волатильность есть, но... Это я простым языком объясняю. Туда-сюда ходят все валюты. Нужно просто привыкать к жизни в нормальном мире. Канадский доллар очень, ну, точно так же, ну как, не точно так же, тоже зависит от цены на нефть. У него колебания меньше в два раза, но они там по... Заметные. Они, им это не мешает работать, ну, как это лечится? Это лечится там развитым финансовым рынком. То есть, когда
вы эти валютные риски можете хеджировать, ну, страховать на нашем финансовом рынке. И развитый финансовый рынок, в общем, для этого и нужен. Он предоставляет услуги по... Он абсорбирует риски на себя с других игроков. Вот. И по большому счету я хочу там несколько слов хороших сказать нашим властям. У нас в том числе господин Люкаев ввел программу превращения Москвы в международный финансовый центр. И мы сделали правильные шаги, там, приняли законы, что-то там, все сделали, рельсы построили, запустить поезд забыли. Вот, то есть не превратились мы. Да, лягушку, да, целуем, да, лягушку, да, она в принцессу никак не превращается. Ну, потому что этого мало. Написать законов, нужно же еще что-то другое. Да. Вот про все другое. Смотрите, вот я хотел сейчас вот вернуться к этой общей картинке. То есть, вот смотри, то, что мы видели, это то, что развитые богатые страны практически за там редкими исключениями не накапливают большие резервы. То есть штатов даже в топ-20 нет, у них где-то там 120 миллиардов всего резервов. Да? И в целом, вот там ну, Германия, там, Великобритания, Франция, они где-то в диапазоне от 100 до 200 миллиардов этим ограничены. То есть они не парятся на тему этих ЗВР. Нет, ну, потому что основном... И у них есть система развитая, система рыночных механизмов, как минимизировать последствия валютных рисков. Это, ну, этим надо заниматься, а вот эти резервы, они, особенно для нас, они такой являются обманкой, как мне кажется. Психологически. Да. Что мы, у нас эти резервы, мы их спустим там, и все обрубится. Я считаю, знаешь что, Петь, да. Мне такое ощущение, что это все наследие психологического шока от 90-х, от черных вторников и от дефолта 98-го года, да, который для них является такой внутренней страховкой, но, что такой адский валютный кризис не повторится. Ну, там, по большому счету, был такой же кризис. Ну, то есть там у них тоже были резервы, они их начали тратить, и они исчезли. Ну, то есть мой тезис заключается в том, что, к сожалению, рыночные силы, они намного сильнее, чем силы резервов Центрального банка. Или, то есть, к счастью, то есть надо ими правильно пользоваться. Да, ну, к сожалению, для... То есть, соответственно, рынок все равно будет там, где должен быть. Ты просто эти резервы спустишь. И вот мы Швейцарию тут упоминали, они недавно старались удерживать... курс свой, и у них там все вроде хорошо, накопили, вот как раз у них они накопили резервы, потому что они держали курс, держали, не удержали. Даже Швейцария не может с этим справиться. И, ну, это тут еще, ну, есть, конечно, вот этот остатки 90-х, я бы хотел сказать, что это такая достаточно, мне кажется, устаревшая модель, в том числе МВФ. Ну, не то, что она продвигала, но для чего это были, ну, для чего МВФ говорила, держите резервы? Потому что в странах, особенно без плавающего курса и со слабыми институтами, они боялись чего? Мы сейчас вам вложимся, а вы все это украдете и нам ничего не вернете. Поэтому мы хотим иметь... Ну, это их собственная эгоистичная позиция. Ну, да, да, да. МВФ, да, рассматривал, да, страны как заемщиков, да, 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 и, да, да, их волновал возвратность своей... Да, вот держите вот эти ликвидные активы, если что, мы заберем. Типа в качестве залога. Да, типа, кстати, в качестве залога. Интересно, вот покажите еще раз шестую картинку. Это вот еще раз страны, которые держат крупные валютные резервы. Видите, что их немного. И в основном это азиатские страны, в основном, которые пострадали от азиатского финансового кризиса 97-98, который был напрямую связан, в том числе и с нашим дефолтом. То есть, мне кажется, что есть какой-то общий паттерн такой, да, то есть, это вот страны, которых 20 лет назад напугал вот этот валютный кризис адский, вот они решили накапливать валюту. Я о чем? Что давайте вот на эти резервы не полагаться, они нам нужно заниматься совершенно другими вещами, а не накапливать резервы. Совершенно точно. Вот Петр приводил в пример Канаду. На самом деле картинку можно убрать уже, да? Вот Петр приводил в пример Канаду, который тоже зависит от сырьевого, конечно, экспорта очень сильно. Но, смотрите, это абсолютно развитая экономика с рыночными институтами, с большой долей малого среднего бизнеса, с богатым населением. Экспортно ориентированы не только по сырью, которые добиваются активной политикой для себя целей на внешних рынках. Вот они заключили соглашение о свободной торговле с Соединенными Штатами, НАФТА. Они вот сейчас подписали соглашение о свободной торговле с Евросоюзом. Активно выходят на внешние рынки, увеличивают долю частного сектора, снижают роль государства. Да? Ну, то есть, и там высокая предпринимательская активность, конечно, большая, конечно, доля населения занимается предпринимательством. Да? Вот эти вещи надо развивать. И тогда вот эти колебания валюты, они... Конечно.
конечно, такую страшную роль. Вот это наша зависимость от нефти, она есть, ее нужно признать. И ее не нужно лечить ЗВРами, ее нужно лечить именно диверсификацией нашей экономики. Да, то есть мы, вот, ну, хоть вот мы про Норвегию говорили, но Норвегия, к счастью для них, маленькая страна, там 5 миллионов человек, они могут... вот эти все свои экспортные... Ну, то есть как, они диверсифицируют экономику по-другому немножечко, да? Они создали этот фонд и... инвестируют в активы по всему миру. По всему миру. Да. Мы же, у нас же там людей много, и это хорошо. Да? Мы можем раскрыть человеческий потенциал. То есть мы должны нашу предпринимательскую активность, в том числе на местах, и помогать, или хотя бы не мешать. Да? Потому что, ну, я не знаю, ты видел, Романова сказала, 240 тысяч уголовных... А мы это все время здесь обсуждаем. Да. Это же цифра из доклада Бориса Титова. Ну, 2017 год. Да, да, это да. Поэтому. 240 тысяч уголовных дел. Вот это важно, да, на самом деле, а не сколько у нас ЗВР. Ну вот еще один сюжет здесь. Вот, например, в той же Японии, скажем, идет, где тоже большие ЗВР, даже больше, чем у нас, там идет дискуссия, что вот просто так держать их в качестве валюты в центральном банке, ну это неправильно, их надо куда-то вкладывать. Да, и... Ну они вкладывают. Не, ну Япония очень богатая. Ну то есть, грубо говоря, в чем у нас проблема, что... А, типа, ну вот у Японии много ЗВРов, так у них они сами богатые. Да, это правда. Вот, а у нас люди бедные, они а снач... ЗВР есть. Да, да. То есть если, Япония сначала то есть... стала богатой, а да, потом накапливала. Да, да, то есть, резерв, не... да. И, то есть как бы... Ну там идет большая политическая дискуссия не, ну, на эту конечно, тему. И, кстати, да. она выворачивается нет. в два интересных момента. Первое, что все-таки инвестировать в пенсионную систему, что сделать эту валюту таким долгосрочным активом, который инвестируется в разные надежные доходные проекты по всему миру. Да? И второе, сопротивление этой идеи связано как раз с пониманием рисков, что вот на бумаге красиво, веб приносит вам классный проект с огромной доходностью, там, про инфраструктуру в Сочи, а она потом пустая стоит, и это оборачивается убытками. Да? Вот здесь очень важно, вот такие инвестиции можно делать только в ситуации серьезного контроля общества над конечно, чиновниками. Конечно. Да? Не, когда нет контроля, инвестируют хрен знает во что. Ну, да. Тут нужно понимать, что как бы, какой бы хороший был менеджер, да, какой бы он ни был бы честный и так далее, но контроль всегда важен, и он должен осуществляться должным образом. Давайте вот еще пару картинок. Это просто, честно говоря, к слову пришлось. Это свежая статистика по государственному долгу. На самом деле, вот одна из вещей, вот нам хвастаются большими ЗВРами, а еще у нас хвастаются низким госдолгом. Но вот Центробанк недавно опубликовал данные по внешнему долгу на 1 января, и я хотел вам их показать. Вот 7 и 8 график. Можно? Это вот... Первое – это государственный долг органов государственного управления. И вы видите, что здесь произошла такая штука, что здесь сменился тренд. И довольно серьезно выросли наши внешние обязательства. Буквально за два года, с минимума в начале 2016 года, они выросли на 25 миллиардов долларов. Пока что, как доля ВВП, это мало. Но тренд, вы видите, он довольно очевидно сменился. А вот на следующем графике обратная картинка – это внешний долг наших корпораций и банков, который вот, он довольно быстро рос до середины 2014 года, пока не сбили Боинг над Донбассом. После этого против нас ввели финансовые санкции, нашим банкам и компаниям стало трудно занимать на внешних рынках. И на 200 миллиардов долларов этот портфель сократился и не растет. Это, в общем, показывает, что... пока что нам внешние кредитные рынки все-таки недоступны. И, кстати, это одна из причин, почему кредиты дорогие. Мы не имеем доступа к дешевому финансированию с международных финансовых рынков. И вот этот портфель долговой не растет. И это говорит о том, что санкции все-таки влияют сильно. Ну, тут есть... санкции, естественно, влияют на способность рынков привлекать капитал. Но я бы хотел сказать, что все-таки... конечный, у нас все-таки нету большого спроса на кредиты, потому что экономика не растет. То есть тут понятно, что причина, что следствие всегда трудно получить, но для того, чтобы за последний год у нас рост кредитования банковской системы, он в основном за счет физлиц, произошел. Это тоже очень опасно. А кредитование экономики там процента на 2 растет, да? Да, или 3, да, 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 да. И предприятия взяли там
чуть-чуть выросли, там, буквально на десятые доли процента, это показывает, что, в общем, предприятия, ни банки не хотят давать, потому что у банка, в принципе, сейчас денег предприятия много. Предприятия не готовы брать. Предприятия не готовы брать, потому что, ну, ставка, на самом деле, достаточно высокая. Почему это? Ну, то есть, что нужно еще, кстати, понимать, вот очень мало этому уделяется внимания. После 2014 года, что у нас произошло? До 2014 года у нас была отрицательная процентная ставка реальная. То есть у нас ставка, ну, инфляция была выше, выше ставки, по которым центральный банк кредитует банки, а те, кто кредитуют дальше экономикой. Ну и фактически это означало что? Что в принципе ты мог купить товар, взять в долг на эти деньги, купить товар, через год товар продать и расплатиться с банком, и у тебя что-то осталось. Политика инфляционного таргетирования, которая вот в 2014 году у нас началась, она перевернула эту ситуацию, и у нас стали положительные процентные ставки, что в результате, естественно, привело к тому, что и банки не дают теперь кредитов, потому что они понимают, что, ну, это достаточно рискованно, и предприятия не хотят брать, потому что тоже понимают, что они не отобьют кредит. Ну, смотри, пишите вопрос сразу. Вот, это отрицательные вот эти ставки, они реальные, они были компенсирующим эффектом нашей такой внешней агрессивной среды. Вот. Внешняя агрессивная среда осталась, теперь добавились положительные ставки. Ну вот мы не растем. Вот смотри, вот по идее в нормальной конкурентной экономике, когда вот банки держат такие достаточно высокие проценты, а предприятия не хотят по таким процентам их брать, ну по идее они должны что делать? Они должны начать снижать проценты, чтобы все-таки привлекать клиентов. Нет, у них же банки же имеют, они в центральный банк их относят. То есть если посмотреть, сколько у нас остатков в центральном банке. И там зарабатывают. Ну, да, они просто держат свою ликвидность на депозитах ЦБ, они зарабатывают. Сейчас происходит что? Снижение ставок привлечения денег и. Которые они у нас с вами берут. Конечно, на вклады. Да? Вот там они снижают нам с вами ставки. Да? А когда мы хотим взять кредит, то там. Ну, нет. Там дело не в этом. Дело в том, что. Но всегда у нас есть риск-доходность, и банки предпочитают не кредитовать экономику, а просто центральный банк положить, потому что риска нет, а какая-то маленькая маржа есть, ну и сидишь. Это еще раз возвращает нас к тому, насколько у нас монополизирован банковский сектор, что вот есть картель крупных, связанных с государством игроков, вот они выбрали такую общую стратегию поведения, я дико извиняюсь, Петя, я не хочу никого обидеть, но паразитическую, да? Ну, слушай, держит ее на депозитах ЦБ, зарабатывает огромные прибыли, не парятся, проценты не снижают, за клиентами не бегают. Я бы хотел бы все-таки от банков увести удар, вот, но все-таки банки – это все равно посредники. Должен быть спрос на кредиты, на инвестиции и так далее, и так далее. Все-таки инвесторы не хотят вкладывать в Россию, потому что видят слишком много рисков. Это правда. Нам нужно, то есть я понимаю, да, всегда можно бы сказать, вот банки виноваты и так далее, они не кредитуют экономику. И это, кстати, было, что там, и тот же Путин говорит, обязательно, вот вы должны на 2-3% обеспечить рост кредитов, там, давайте, кредитуйте ВПК. Ну и там, госбанки их кредитовали из-под палки, для того, чтобы формальные показатели. А то, что ВПК делает на то, что нельзя продать потом, никого не волнует. Я согласен с Петром в чем? Что, конечно, есть более фундаментальные вещи. Да, надо заниматься более фундаментальными нужно вещами. Нужно делать так, чтобы в Россию было выгодно, интересно инвестировать, чтобы риски. Чтобы даже наши предприятия, не то чтобы прямо вот пришли там какие-то суперкорпорации и начали инвестировать, чтобы там малые предприятия или ИПшники могли заниматься бизнесом. Это правда. Банки будут за ними бегать, когда... Вывести вот эту банковскую апологетику на чистую воду. Я хочу сказать, нет, Петр прав, есть более фундаментальные вещи, но если вдруг нам удастся перезапустить рост, на что, в частности, рассчитана экономическая программа Алексея Навального, там, со снижением налогов, барьеров для предпринимателей, созданием благоприятного климата для инвесторов, да, а если это удастся сделать, вот эта банковская система в нынешнем виде, она будет сдерживающим фактором. Есть. Такой есть фактор. Там будет вот этот монопольно
паразитический такой модель действий, да, и, конечно, нам надо ее как следует демонополизировать. Знаешь, я хотел вернуться к теме, которую важной мы затронули. Укрепление рубля против ослабления. Да? Я поясню нашим уважаемым телеслушателям, значит, о чем речь. Есть такая дискуссия между экономистами. Вот есть такие ястребы, которые говорят, что национальную валюту надо все время ослаблять, потому что это снижает издержки производителей, повышает их конкурентоспособность там, и так далее. Да? Вот Илларионов, например, он все время является таким певцом слабого рубля. Да? А есть другая точка зрения, потому что действительно это правда, что в какой-то мере жизнь производителям облегчается, если валюта... В первую очередь экспортерам. В первую очередь экспортерам, да. Но с другой стороны беднеет население. Да? То есть это вот очень важный такой момент. Мы, в принципе, на чем модель роста хотим строить? На богатом населении с большой покупательной способностью и спросом на товары и услуги? Или мы хотим строить ее там по модели Бангладеш или Филиппин? Нет, да, но где если бы ослабление национальной валюты давало бы экономический рост, то самая развитая страна была бы Зимбабве, которая постоянно ее ослабляет. Сколько у нее? Триллионы процентов? А Швейцария была бы самой бедной. Но почему-то все не так в этом мире. Да, так что вы знаете, скорее, я не знаю, вот как Петр себя позиционирует, но... Я в этом уравнении все-таки считаю, что укрепление рубля – это важная вещь для того, чтобы была высокая покупательная способность конечно, у населения. Конечно, надо бороться с чрезмерным укреплением рубля, да, потому что действительно это притормаживает издержки и делает невыгодным инвестиции в производство. К сожалению, здесь, да. но это надо не искусственными методами да, делать. Конечно. Это надо более фундаментальными методами. Нужна развитая рыночная система, которая сглаживает эффекты негативные, чтобы не приходилось из Центробанка опять сотни триллионов доставать. Давай следующий сюжет обсудим, но это, честно говоря, просто. Можно девятую картинку на экран? Это, честно говоря, то, что шокировало новость, да? Вы знаете, что у нас идет переход частных банков под контроль ЦБ, и последний вот был Промсвязьбанк. И вот пришел слух, что, значит, на его базе создадут спецбанк для кредитования оборонного сектора и возглавят его сын бывшего премьер-министра и главы службы внешней разведки, мы говорили про ЗВР, теперь это СВР, да, сын Михаила Фродкова, Петр Фродков, да, и, ну, честно говоря, что здесь в этой ситуации возмущает, помимо вот этой кланово-семейственной всей истории, вот покажите десятую картинку, мы специально вывели вот здесь основные точки биографии Петра Фродкова. Обратите внимание, вот дело в том, что Внешэкономбанк не является официально банковской структурой, он не имеет банковской лицензии. Он по факту, конечно, ведет банковскую деятельность, но когда им нужно избежать регулирования соответствующего, они говорят, не, мы не банк. Да? И вот вы видите, что в реальных банках, имеющих банковскую лицензию, Петр Фродков не работал ни дня. Он работал только в ВЭБе, который не имеет банковской лицензии и не обязан соблюдать нормативы Центробанка, предъявляемые к банковским структурам. Промсвязьбанк – это банк, который входит в топ-10 российских банков. Ну как можно назначать человека руководителем банка, не имеющего ни дня опыта работы в организациях с банковской лицензией? Ну тут смотри, тут в чем, скажем так, вещь-то? Они специально создают банк для Рособоронзаказа, и это не будет банк в понимании того, что они не будут давать кредиты, они хотят... мини-казначейство такое, что ли? Да, они, у них, к сожалению, или к счастью, не знаю, как это сказать, но вот эта вся система гособоронзаказа, которую они хотели перейти, она у них никак не сыграла. Вот это все оказалось очень неэффективным, все у них воровали, несмотря на то, что это все... А теперь Петя Фродков возглавит спецбанк и воровать перестанут. И теперь они считают, что мы должны следить до каждого гвоздя, и вы принесите гвоздь, мы принесем платежку и так далее. Это не банк там в понимании там 21 века. Что у них там будет в результате, мне трудно сказать, но вот то, что они хотят гособоронзаказ именно вот на это казначейство, на казначейские операции, это, конечно, возвращение в 19 век, если там называть вещи своими именами, но и это не приведет к развитию военно-промышленного потенциала нашей страны так точно. И появится еще одна монопольная структурка, которая увеличит транзакционные издержки, будет зарабатывать на этом дельничку какую-то на оборонзаказе. Кстати, вот про успехи Петра Фродкова во Внешэкономбанке, вот 14-ю картинку покажите.
Это только за 9 месяцев прошлого года и предыдущие пару лет. Да? А вот по итогам года, я думаю, что это будет ближе к триллиону. Это вот официальные субсидии Внешэкономбанку через взносы в уставный капитал и просто госсубсидии на покрытие его убытков прошлых лет, которые официально по отчетности Внешэкономбанка его от государства получил. Это наши с вами деньги. Деньги налогоплательщиков. Вот так эффективно они сработали там. Я, честно говоря, с ужасом даже боюсь подумать, чем закончится пребывание Петра Михайловича Фродкова в Промсвязьбанке, который будет работать с оборонзаказом. Но еще раз, вот я не знаю, вот, например, есть вот конкурсное управление, да, для предприятий, которые проходят банкротство. По законодательству, например, арбитражный управляющий должен иметь там большой набор квалификационных требований. Вот ты не считаешь, что в банковской сфере нужно ужесточить такие вещи? Ну, слушай, смотри, ну давай отделим вот этот конкретный кейс, да, потому что я не понимаю, ну то есть вот то, что они хотят сделать, то, что было сказано, что они хотят сделать с оборонзаказом, оно никак не вяжется с банковской деятельностью. Ну, то есть банковская деятельность, это все-таки про другое, это все-таки, ну, банкиры все равно берут риск какой-то, да, именно кредитование, они должны выбирать среди, ну, предприятий, кого кредитовать, кого нет. Предприятия тоже, естественно, чтобы получить кредит, должны доказывать, что их продукция будет, что они смогут ее реализовать и так далее, а то, что там в результате, ну, хочет сейчас государство сделать, ну, мне трудно вот даже представить, как они это все видят, и я, ну, мне трудно это комментировать, да. То, что нам, ну, то, что у нас в банковской сфере была достаточно, ну, там, тяжелая ситуация, ну, да, это надо признать, это все признают, и то, что там нужно, ну, как-то что-то менять, изменения тоже идут, и там и в Центральном банке проведены какие-то перестановки лиц, надзор они поменяли, но, конечно же, нам, ну, я бы хотел сказать, ну, то есть очень много сказать, вот, мы считали, что частные банки нас там спасут, и оказалось, что там все то же самое, они вкладывали в не пойми что и не пойми как. Но я бы хотел защитить частные банки, что в какой-то момент они оказались, естественно, под давлением госбанков, у которых есть преференции, будем честно говорить, да, что, ну, ВТБ получил в капитал в 2008 том же году большой взнос от государства. У них есть не только с этой стороны преференции, да, в виде помощи преференциально от государства, но у них есть и с другой стороны, у них постоянное стабильное финансирование от крупных госкомпаний, которые держат свои деньги. А у нас, вы знаете, что экономика все сильнее монополизируется, вот таких мелких частных игроков остается мало. Это, кстати, ключевая одна из причин, почему полопались все крупные частные банки, потому что они были вынуждены подъедаться на всем остальном, а крупные госкомпании работали с банками государственными. Да? И там было много всякого рискованного, и они набрали лишнего, думали, что будет рост, роста не случилось. Ну да, нет, понятно, что, конечно, естественно, экономическая стагнация последних лет, она тоже на банковский сектор влияет плохо, тем более, ну, скопились то, о чем мы говорили, проблемы там 2008-2009, вот это все всплыло, и, ну, это, конечно, было не очень хорошо, все, что происходит, но я надеюсь, там, в будущем правительство, ну, то есть, нам, конечно, надо будет строить банковскую систему заново. Президенте Навальном. Сейчас вряд ли можно говорить о каких-то серьезных изменениях. Кстати, вот 11-ю картинку покажите. Продолжается национализация банковского сектора. Вот Возрождение – это 36-й банк по величине в России, который тоже перешел под контроль Центробанка. Кстати, вы в описании к трансляции можете найти рейтинг банков. Если хотите, покопайтесь там. Вы увидите, что практически крупных частных банков, кроме Альфы, не осталось. Только иностранные. И даже среди тех, которые номинально государству не принадлежат, много таких, которые по факту уже контролируются госструктурами. Вот, например, Московский кредитный банк, это 9-е место по размеру активов, он, по сути, перешел под фактический контроль Роснефти, хотя она в капитале не участвует, но она его спасла. Там 15-е место – это Банк Россия, который принадлежит Ковальчуку. 25-е место – это Всероссийский банк развития регионов, это Банк Роснефти. 27-е место СМП банк, банк Ротенберга, 30-е место Новикомбанк Чемезов, ну и так далее. Да? То есть
Практически реально вот итогами прошлого года стало то, что конкуренции в банковском секторе у нас, в общем, не осталось. А спрашивают тут нас народ несколько вопросов, будет ли правительство включать печатный станок. Ну, пока вот для этого прямых оснований нет. Не, пока, ну, скажем так, если вот все будет, как оно идет, это будет, но это будет там не в ближайший год, два, три. То есть, ну, у нас пока резервы... То есть, вначале они... То есть, об этом может быть речь, если какой-то новый шок случится? Ну, а мы, там, скажем так, ну, даже не обязательно новый шок, мы все-таки эти резервы так потихонечку проедаем, и, ну, вот это все, оно не... Вот этот рост, который есть, он не очень устойчивый, и, ну, даже сам Центральный банк каждый месяц в своих аналитических отчетах пишет, нам нужны структурные реформы, нам нужны структурные реформы, нам нужны структурные реформы. Да, Валериан Калинко пишет, надо национализировать госпредприятия. Сделает ли это Навальный, если придет? Сейчас придет и национализирует. Вот хороший вопрос, национализировать госпредприятия. По сути, очень многие люди реально вот понимают, что те предприятия, которые номинально контролируются государством, по сути, обществом, народом не контролируется никак, это какая-то кухня. Ни в одной стране мира это как бы не было, что народ как-то влиял на госпредприятия. Всегда есть риск того, что менеджмент начнет работать не для народа, а для себя. Более того, очень мало случаев. Мы сделаем отдельную тему про госуправление предприятиями, но у меня большой опыт в этой сфере. Вы знаете, очень мало случаев, когда госпредприятия реально работают хорошо. И для этого нужна такая развитая система институтов контроля общественного. Конечно, да. Но должен быть сильный внешний контролер. Да. То есть общество, оппозиция, пресса, которая все время в это хозяйство лезет, если этого всего нет, они начнут обязательно воровать там и так далее. Да? Ну, конечно, много вопросов, и мы обязаны просто вкратце обсудить криптовалюты. Да? Хорошо. Слушай, что, ну вот покажите вот пару графиков, даже там несколько, да, 12-й и 13-й, да. Ну, биткоин, по-моему, очевидно, прошел свой пик по стоимости. Попрошу тебя сейчас это прокомментировать. И Уоррен Баффет тут выступил и так довольно жестко посмеялся, в принципе, над криптовалютами и их перспективами. Но есть вот еще одна новость, 18-я картинка. Крупнейшая компания онлайн-платежей Stripe отказалась от приема биткоинов из-за неудобства их использования как расчетно-платежного средства. Stripe, кстати, занимает первое место в рейтинге Forbes Cloud 100, то есть это 100 ведущих облачных компаний мира, это не какая-то там мелкая структурка, это такой очень серьезный сигнал. Петя, о чем? Ну, мы много раз тоже обсуждали эту тему, ты вот как вот последнее событие расцениваешь, что что-то посыпалось с этим криптобумом, это какие-то тектонические изменения, как ты это все расцениваешь? Ну, скажем так, с фундаментальной точки зрения я не верю, ну, то есть в блокчейн, как и многие технологии, они, естественно, изменят нашу жизнь к лучшему. Но я не верю, что именно что блокчейн, ну, что биткоин или любая другая криптовалюта заменят именно валюты, вот, что называется, фиатные. Какие-то свои ниши будут искать? Это даже будет, ну, это не будет средством платежа. Это, естественно, будет, чем и должно быть, это распределенная база данных. Вот в этом они, то есть... Реестры всякие, имущества. Вот, реестр имущества. Ну, самый у нас такой вопиющий случай, да, когда у нас господа Чайки у нас были выписаны из ДУЗа. Да. Вот. Ну, вот блокчейн... Делать невозможно. Он делает это намного сложнее. Вот этим блокчейн там будет применяться. То, что это будет какая-то валюта, которая заменит там доллар или евро, в это я не верю. Но я бы что хотел сказать, что биткоин, он, конечно, почему, как мне кажется, он рост, есть всплеск интереса к нему, что он сделал очень удобным такую вещь, как трансграничные переводы. Вот, то есть вот это та ниша, в которой в последнее время, ну, во-первых, у нас международная торговля растет,
И интернет, естественно, приблизил продавцов и покупателей, ну, причем конечных, да? Поэтому, грубо говоря, ты можешь сидеть там в какой-нибудь Намибии и купить там из Филиппин сейчас принципиально что-нибудь, но тебе нужно как-то чем-то этим заплатить. Вот. И, ну... Намибийская вся эта валюта в Филиппинах не нужна. И наоборот. И как это сделать... Ну, то есть, понятно, что для этого существуют мировые как раз резервные валюты доллар, но для того, чтобы какой-то намибиец открыл валютный счет в долларах, с учетом того, да, что да, у нас... Да, понятно. Что... Вот мы говорили, кстати, с тобой про это, что, в принципе, вот ниша у криптовалют — это заменить какие-то мелкие национальные валюты отдельных стран, которые не имеют международного спроса, ну, да? Но это... Может быть, но то есть вот для государств как раз с этими, со слабыми институтами, это может быть, но все равно это нужно проделать очень-очень долгий путь. Все-таки национальная валюта — это вопрос доверия, и это накапливается многими-многими годами, многими-многими транзакциями. Это не делается за там 2-3 года. То есть вот эти так называемые фиатные деньги, которые многие критикуют, да, что они построены на доверии, это доверие, оно не из воздуха взялось. Да, оно не из воздуха, столетиями, институтами. Да, да. То есть центральный банк как раз проводит денежно-кредитную политику. То есть это не просто он там печатает деньги, он объясняет, он вводит резервы, регулирование. Вот это все, ну вот эта вся большая махина... Формирует доверие. Вот, да. Она нацелена на то, чтобы сформировать доверие множества экономических игроков, включая физлицы и так далее, и так далее. Вот это все, оно, ну, это достаточно тяжелая машина, с одной стороны, но именно вот оно и формирует как бы... То, что деньги являются деньгами, и мы ими используем. Кстати, вот в описании к этой трансляции я пару ссылок вам дал. Во-первых, интересный текст Сергея Романчука, финансиста, который тоже нашим гостем бывал не раз. Он написал про криптовалюты и биткоины. Почитайте их сравнение с традиционными валютами. И второе, вот этот самый комментарий топ-менеджера Stripe, где он объявил об отказе принимать биткоины с апреля месяца. И там вот очень интересная вот их оценка причин и перспектив. То есть они о криптовалютах все равно говорят очень хорошо, у них большие перспективы, но не как у расчетно-платежного средства. Не как у расчетно-платежного средства. Это ровно то, о чем мы много раз здесь говорили в ответ на ваши просьбы обсудить криптовалюты. Но, резюмируя по главной теме нашей сегодняшней передачи, мне кажется, важную фразу Петр сказал, что мы не Япония, которая богатая страна, и при этом у нее большие резервы, да? А у нас население нищее, страна бедная, но при этом мы зачем-то держим большие золотовалютные резервы, которые просто лежат на счетах в Центробанке. Нам нужно заниматься не накоплением резервов, нам нужно заниматься развивать экономику. Делать сильную, гибкую, мобильную, конкурентоспособную экономику, где будут идти активные инвестиции, где будут оптимизироваться издержки, будет малый и средний бизнес, богатое население, выход на экспортные рынки по широкому спектру продукции, и тогда, грубо говоря, чтобы не происходило с рублем, эта экономика все это абсорбирует. Да, а держать хреновую, неконкурентоспособную, монополизированную экономику и пытаться вот все шоки минимизировать тем, что у Центробанка много валют. С каждым разом наша экономика после каждого вот такого шока, она вся упрощается, ни к чему хорошему это, к сожалению, не ведет. Это вот очень важная аналогия, которую Петр в ходе программы приводил с последовательным развитием. То есть сначала в кризис 2008-2009 годов плохо сработали, экономика вышла хуже из кризиса, чем была раньше, да? Потом наступил новый кризис, она вышла еще хуже, и как бы валютные резервы большие, они вот не спасают. То есть нужно все-таки делать ее сложной, развитой. Да. Усложнение экономики – это там как бы один из таких этапов продуманной политики. А у нас идет примитивизация. У нас примитивизация идет. Да, на этой грустной ноте мы сегодня заканчиваем. Это была программа «Где деньги» с Владимиром Меловым. Обязательно смотрите «Навальный лайф» и подписывайтесь на наш канал. Обязательно приходите 28 января на забастовку избирателей в вашем городе. И мы с вами, я надеюсь, что встретимся через неделю, если ничего такого катастрофического в воскресенье не произойдет. Спасибо. Спасибо.